матч вообще, какой он получился? Очень тяжелый, много сил потратили. К сожалению, проиграли. Кто больше забивает, кто выигрывает. Свои моменты не реализовали. У них вратарь хорошо сыграл. И такой результат. А чего не хватило? Вот каких микроэпизодов? Реализации. Очень много моментов, мы уже видели. В первом периоде Томас два раза. Две смены, два момента таких стопроцентных. У меня тоже было два момента. У всей команды были моменты, и чего-то вот чуть-чуть не хватило. Ну, значит, дальше будет лучше. Ни одной пока победы домашней как-то расстраивает? Очень. Приходят на нас смотреть болельщики родные, и близкие. И очень, ну, самим неприятно. Нормально игралось. Ребята немножко по утрам, у них там такие повреждения. Ну, ничего. Мы тоже должны выходить и забивать. Также у нас команда должна полностью быть лидером. Нету там каких-то ярких игроков у нас, мы должны все быть как лидеры, каждый лидер, каждый должен решать. Я думаю, мы сегодня хорошо сыграли, надо продолжать также держать темп, побольше бросать, побольше трафика перед воротами, искать шайбу, искать добивание и забить, как говорится, такой трудовой гол, и там оно пойдет. С Казанью надо сыграть строго, хорошая атака, хорошая оборона, хороший вратарь, в принципе, очень стабильная команда у них.